так рада, что ты смогла прийти к нам на обед, Флаттершай. Я тоже очень рада. И спасибо, что меня пригласили. А то у меня столько дел с чудо-молниями. Приятно, наконец, посидеть и расслабиться. Как раз этим я и собираюсь заняться на пенсии. Кстати, я приспособил второй домик для моей облачной коллекции. У меня облака, у твоей мамы цветы, у тебя животные, а у твоего брата... У Зефира Бриза свои интересы. Ага. Помните, как он сказал, что квадратные облака станут новым хитом? С тех пор он очень поумнел. Кстати, забавно, что ты вспомнила про Зефира. О, нет, только не это. Но это же ненадолго, дорогая, пока он снова не встанет на копыта. Стоп, вы же не... Угадайте, кто? Правильно, сестренка, это он самый, твой любимый младший брат. Муа! Милая пони, милая пони. Волшебством своим весь мир освети. Искры смеха и добра от чистого сердца даришь нам. Приключений с нетерпением ждешь и волшебство в себе несешь. Милая пони, давай скорей с тобой дружить. Дружба — это чудо. Привет, Флаттершай! Как поживает моя сестренка? Эй, а где любовь? Разве ты не рада своему младшему братишке? Я просто удивлена. Ты же говорил, что гривотерапия – твое призвание. О, так и есть, так и есть. Понимаешь, у пони в гривах накапливается столько стресса. Они становятся вялыми и грустными. Без обид. И одним расчесыванием тут не поможешь. Что пошло не так? Вообще-то ничего, просто... Сильные мира сего слишком уж привязаны к классике, а ты меня знаешь. У меня свой стиль, слишком дерзкий для них. О, это прекрасно, дорогой. А это у нас радуга, я летаю лучше всех на свете, Дэш. Ну, начинается. Прости, я пошутил. Я знаю, что ты выделывала все эти виражи, чтобы впечатлить меня. И спасибо, что меня встречаешь. Это мило. Правда, я думал, что будет больше пони. Где подруга, которая организует вечеринки? Тинки Пай. Уж она бы закатила грандиозный праздник, я прав? Ваш домишко пора растрясти, а то скучно. Я... Мы как раз хотели его обновить. Папа, брось. Когда перевезу мои вещички, вы даже не вспомните, как блекло выглядело это место. Мама, папа, можно вас на минуточку? Что такое, дорогая? Снова пускать Зефира домой – не лучшая идея. Вы оба хотите ему помочь, но вы помните прошлый раз. Просто он пытается найти свое место в жизни. Да, я знаю, но это место всегда оказывается вашим домом. И он заставляет вас делать все за него. Что ж, мы не такие сильные, как ты, Флаттершай. Но не волнуйся, мы сумеем постоять за себя. И они такие: нам нравится твой полет фантазии, и мы не будем тебя сдерживать. Следуй за своей мечтой. Зев мне тут рассказывал о своих взлетах и падениях в школе гривотерапии. У них там своя политика, и я уже не мог этого выносить. Может, надо было продержаться дольше, чем 2 недели? Прости, сестренка, но если что-то не по мне, то я улетаю. Был рад встрече, Радуга. Я очень тронут, что ты пришла, но сейчас, к великому сожалению, я вас покину. Пора вздремнуть. Ты же в курсе, что на улице день, правда? Я знаю. Сиеста. Надеюсь, вы приберетесь в моей комнате, да, мам?
О, чуть не забыл. Мои вещи стоят на крыльце. Захвати их, пап. Спасибо. Старый добрый Зев. Знаю, что ты не ждала своего младшего братца, но ты что-то совсем притихла. Даже странно. Прости, просто он иногда ужасно выпендривается. Ой, простите, пожалуйста. Радуга Дэш! Флаттершай! Это я, Пинки Пай! Ваша подруга! Ой, простите меня. Мы сейчас обедали у родителей Флаттершай, и ты не поверишь, кто там был. Мэр-мэр? После Крэнки Дудл? Чи-сэндвич? Миссис Харшвини? Зефир Брис. Даже логично. Судя по твоему лицу, твой братишка приехал погостить надолго. И он ее бесит. Зефир мой брат, и я люблю его. Но так он никогда не научится жить самостоятельно. И я не понимаю, зачем родители ему потакают. Ну, раз твои родители такие добряки, может, тебе пора за них постоять? А знаешь, ты права. Зефир Бриз! О, приветик! Что, хочешь посмотреть, как я превращу этот сарай в конфетку, а? Смотри и учись! Ты что это здесь творишь? Да, я избавляюсь от старого барахла и превращаю этот домик в арт-студию. Я решил, что стану скульптором. Вообще-то я про мамины цветы. Она их уберет, и я устрою здесь дворик для медитации. Она же любит пересаживать цветы. Ведь правда, мама? А эту коллекцию облаков папа начал собирать еще до твоего рождения. Самые лучшие образцы производства за все время моей работы. Но, наверное, не стоит держаться за прошлое. Нельзя просто прилететь и поставить все с ног на голову. Но только здесь достаточно места для моей арт-студии и медитации. О, я устрою ее в гостиной. Я знаю, что постоять за себя бывает непросто, но иначе Зефир так и не научится жить без вашей поддержки. Ну, не драматизируй, сестренка. Мама с папой просто сами без меня не могут, правда? Я много чего могу делать сам. Согласна, и поэтому тебе нужно съехать. О, что ж, ладно, я так и сделаю. Но вряд ли это то, чего хотят мама с папой. Ведь не хотят, верно? Ты знаешь, как мы тебя любим, сынок. Но твоя сестра права. Ну да. Хотя, вообще-то, я вернулся только чтобы составить вам компанию, но ради семьи я готов на все. Я только соберу свои вещи. Сынок, а тебе точно есть куда пойти? Конечно. В мире полно пони, которые обрадуются легкому бризу. И куда же Зефир пойдет? Я не знаю. Надеюсь, я правильно поступила. Ты шутишь? На 100%! Приветик! Сюда прибыл твой новый сосед! Ладно, может, на 70. Зефир, когда мама с папой тебя отселяли, вряд ли они думали, что ты будешь здесь. Ну, это не их дом, а значит, по определению, это другое место. Я прав, Радуга? Хватит меня рассматривать, лучше помоги мне. Знаете что, я совсем забыла, что обещала Пинки Пай помочь полить что-то там. Ты же сказал, что тебе есть куда пойти. Ладно, оставайся здесь. Ты лучшая, нам будет так весело. При одном условии. Ладно, как скажешь. Ты найдешь работу.
Кнут, значит, да? Ха, пряников от тебя не дождешься. Зефир Бриз. Шучу, найду работу, я понял. Куда мы идем так рано? Ты представляешь, как утреннее солнце вредно для гривы? Помнишь, мы говорили насчет твоей работы? Это же было вчера. Я, конечно, этим займусь, но ты же не думала, что я найду что-то достойное всего за одну ночь. Я знала, что ты так скажешь. Я нашла тебе работу. Что? Эти ткани нужно покрасить в эти цвета. Как ты думаешь, справишься? Я не знаю. Ты начинай, а мы с Флаттершай пополним запасы. Пока! Удачи! Спасибо, что доверила ему работу. Я надеюсь, он справится. Дорогая, поверь, это задание проще некуда. Надо погрузить ткань в чашу. Рарити, ты вернулась! Что ты наделал? Я думал, твой дар говорить с животными – это наследственное. Вот я и решил пристроить их к делу. Но зверушки попались не очень способные. Зефир, я поручила эту работу тебе, а ты свалил все на бедных лесных зверушек? Ну ладно, похоже, тебе что-то не нравится, но во всем виновата твоя кошка. Это она мне подбросила идею. Хотя лично мне нравится. Так что, дорогая, всегда пожалуйста. Что? О, что? Зефир! Это просто неприемлемо! Ну и ну! Я вижу, что здесь совсем не ценят мои таланты. О, они высокие! Ты правильно заметил! Это твоя новая работа! Что? Ты сказала, мы идем на чай к принцессе? Вообще-то, это я иду на чай к принцессе, а ты пришел работать. Ай, да брось! Не бойся, Зефир, это легко. Просто пони Пегас должен взлететь повыше и хорошенько отмыть все окна. А я прослежу, чтоб ты справился. Вау, Зефир, это потрясающе! Как ты и сказала, это было легко. А где Спайк? Наверху! Ты должен был следить, а не работать. А я следил. А потом Зефир попросил меня показать разные техники мытья окон, и я... Эй, я сделал все за него! Да нет же, старина Спайк – отличный руководитель. Да ладно тебе, я только спросил его, правильно ли я все делаю. А сам ничего не сделал. Что ж, обещаю, что на новой работе ты точно не забалуешь. На новой? Все верно, Зефир. Ты идешь со мной. Не нужно искать предлог, чтобы побыть со мной, Радуга. Мы можем просто полетать, а дальше будет видно. Мы отправляемся в штаб-квартиру Чудо-молний. И я поручу тебе такую простую работу, что даже ты от нее не отвертишься. А не то я ударю тебя молнией. Понял? Я понял. Я даже чувствую напряжение между нами. Твоя радуга сошла с ума! Она заставляет меня делать все, как она скажет. Кошмар! Снова бросил? Опять? Скорее сбежал. Что еще мне оставалось делать? Хоть раз что-то довести до конца. Может быть так, ты найдешь то, что тебе понравится. Может, это подходит твоим друзьям, но никак не мне. Мне жаль, Зефир, но тогда ты не можешь жить здесь. Ладно. Тогда я буду жить в лесу, как наши предки. Зефир!
Зефир может рассчитывать только на свой бриз. Веселей, Флаттершай! Знаю, тебе тяжело, но ты поступила правильно. Нельзя, чтобы Зефир помыкал тобой так же, как твоими родителями. Да, ты права. О, привет, Констанция. Что? О, нет. Видишь, Викфорд, мне никто не нужен. У нас есть еда, убежище. Надо только вскипятить воду. Давай, палочка-выручалочка, дай мне искру. А, что же должен сделать пони, чтобы разжечь костер? Ему пора привыкать к самостоятельности, но... Я не могу его здесь оставить. Боюсь, он не переживет даже эту ночь. А? Флаттершай, привет! Я просто устраивался поудобнее. Готов к моей первой ночевке. Тяжелый был сегодня денек, верно? Сейчас полдень. Тогда у меня сиеста. Я больше не могу, я ничего не умею. Зефир, ты умный и талантливый. Ты сможешь все, если только постараешься. А если я постараюсь, но ничего не получится, уж лучше даже и не пробовать. Но тогда ты ничего не добьешься. Я не надеялся, что вы поймете. Разве вы когда-нибудь терпели неудачи? Еще бы, вы спасали Эквестрию десятки раз. Я всегда боялась, что не справлюсь. Просто нужно делать свое дело и не думать о результате. Неудача – это кошмар. А все бросать разве лучше? Нет. Ну вот что. Я снова пущу тебя к себе, но взамен ты будешь во всем меня слушаться. Я буду делать все, что ты захочешь. Только бы не оставаться здесь. Ладно, ты знаешь, что нужно делать, да? Попросить помощи и все бросить, когда надоест. Шучу! Совсем наоборот! Я понял. Думаешь, он справится? В жизни пони бывают дни, сомневаются они. Расстройством полна душа, чувства обострены. Но если сделать лишь шаг, пойдут твои дела. И поймешь, что идешь, бежишь, летишь. Просто все измени. Я сдаваться не хочу, хоть до финиша далеко. Понял я, что иду, бегу, лечу. Сам я справлюсь так легко. Сам ты справишься легко. Я смог. Я наконец-то закончил. Я сам.
и прическа выглядит отлично. Я знала, что ты справишься. А я нет. Но теперь знаю. Спасибо, что ты в меня веришь. Для этого и нужны старшие сестры. Ну что, Зев, одно дело сделал. Что теперь? Все, что захочу. Нет предела совершенству, верно? Хотя вы правы, лучше двигаться потихоньку. Спасибо за ужин, мистер и миссис Шай. Как обычно, очень вкусно. Спасибо тебе, дорогая, что не бросила Зефира. Ты так долго по нему вздыхала, что должна быть очень рада, что он встал на верный путь. Есть новости от Зефира? Как он там? Знаешь, его будто подменили. Он полон задора и решимости. Это хорошо. Угадайте, кто закончил обучение на факультете гривотерапии? Ха! Молодец! Поздравляем, сынок! Ты такой красавчик! Я горжусь тобой, Зефир. Они наконец-то поняли, что перед ними настоящий гений. Ну, конечно, мне пришлось потрудиться. Без тебя у меня ничего бы не вышло. Я тебя только подбодрила, а справился ты сам. Честно говоря, я думаю, мне под силу все, что угодно. Кроме поиска жилья. Я тут поживу у вас пару дней, ага. Милая пони. Озвучено студией СВ «Дубль» по заказу ВГТРК в 2016 году.